Женолутен представляет собой пептидный комплекс, полученный из яичников молодых животных. Выделенные пептиды обладают избирательным действием на клетки яичников, регулируют процессы метаболизма в яичниках, способствуют созреванию яйцеклеток, восстанавливают циклическую деятельность яичников. При клиническом изучении установлена эффективность препарата Женолутен для комплексного восстановления функций женской репродуктивной системы при патологических состояниях различного генеза. Рекомендован при женском бесплодии, при климактерических расстройствах, при нарушениях функции яичников, при нарушениях менструального цикла, при эндометриозе, при гормонозависимых заболеваниях женской репродуктивной системы, при снижении либидо.